Блин, братан, я не хочу до вечера эту малину собирать. А давай ее до обеда соберем. Ты ее количество видел? Ну, значит, до вечера будем собирать. И это, братан, а малину за не волк в лес не убежит? Не убежит. Давай его в другой день соберем. Можно и в другой день, но тогда нам до этого дня не стоит домой возвращаться. Почему? Ты думаешь, братан, нас мамка без малины домой пустят? Ну, так-то да. Слушай, братан, а погнали у какой-нибудь бабули на рынке малин купим и все. Пекалная идея, братан. Кстати, передадим привет подписчикам? Давай, передаю привет Даниилу, Юрию и Марку. А я передаю привет Вике и Андрею. Здрасте, бабуль, почем малина? 400 рублей. Братан, а мы во дворе сколько примерно малин собрали? Мне кажется, где-то полкило. Бабуль, давай полкило. Держи, внучек. Так, где у меня баблишка? А, вот она. Держи, бабуль, благодарю за малинку. И тебе спасибо. Слушай, блатан, а тебе не кажется, что малина какая-то стеланная? Ну да, вкус какой-то не такой. Воу, нифига себе. Ты чего? В меня чуть слон не влезался. Какой еще слон? Который только что мимо нас полетел, вон он. Братан, я только дракон вижу, который летает, а слона нет. Дракона? Ну да, вон он. Ну нахрен этот малин, пойдем лучше нас собирать. Ну да, пошли.